7 утра я иду кормить лошадей. И сегодня день старости. Это мой маршрут. Вроде ничего такого. Все нормально будет. Я знаю. Смотрите, как красиво. Там мама. Была. Это сюда. На небе, вижу ночь. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I know, and I know, and I know, and I don't give it up without a fight. What I feel, what I feel, I know it's right. Let us detonate tonight. Вечер, я шагаю со стол, мы отстартовали, мы ехали 110, у нас одно штрафное очко во второй фазе за время, а так нормально. Вначале он испугался какого-то чучмяка, сидящего в углу, а так еще какая-то тёлка шла, короче, когда я прыгала, чухонец такой голубой, шла какая-то тетка, прям вот мимо него с бархлом, и я такая думаю, вот зараза. Только помешай мне. На систему у нас получился какой-то косяк. И так в целом хорошо. Ой, завтра второй день, 115. Надеюсь, уже поувереннее хоть будет себя чувствовать. Завтра с перепрыжкой на шут. Сейчас мы будем кормить Юлиуса. И Семантика. Давай. Ты дурочка? Когда сам себе поставил маршрут. И там стенка. Товарищи, завтра будет стенка. Ой, ну не знаю, не знаю. Вообще, по идее, ничего не должно быть такого криминального. Так что, думаю, все будет нормально. Вот это все. Точнее, большинство из этого поставила я сама. Ну, то есть, мы вместе поставили пацаны.